В мечетях Казахстана установят платежные терминалы «Садака». Теперь карагандинцы смогут сделать пожертвования через электронные терминалы. Представители духовенства видят в этом одни плюсы – экономия времени и повышение доверия населения к имамам. В частности, духовным управлением проявлен интерес и уже внимательно изучается предложенный агентством по делам религии проект внедрения в мечетях электронных терминалов приема денежных платежей на пожертвования. Новость о внедрении новых технологий в мечетях местных имамов порадовала. Как они отмечают, эта система будет очень удобна для всех. Жалко терминал. Терминалы «Садака» очень удобные. Мы за внедрение их в мечетях. Теперь человек сможет сделать пожертвование через терминал. Номера карточек и идти в банкомат и стоять в очереди совсем не нужно.